Так, всем привет, ребят. Пришли пробные, как говорится, закупки, посылки с сайта Pandao. Никогда я там ранее не заказывал. Скажем так, в сайте Pandao очень много разных, то есть, отзывов. И как бы, ну, я взял на пробу, скажем так, придет либо не придет. Какова вероятность? То есть, то, что посылки доберутся до нас за такие низкие, скажем, на тот момент, когда я заказывал, это было начало января, а то и середина декабря перед Новым годом. То есть, какова вероятность того, что придут посылки? Но, видите, как бы несколько посылок пришло, ну, что, в принципе, как говорится, радует. Некоторые, то есть, были отказы. Причем не то, что я спор открывал, а продавец сам отказывал в поставке, и как бы деньги возвращались сразу на карту, там, в течение буквально 3 дней. Давайте, ну, я их все, как говорится, распаковал. В описании оставлю ссылки на продавцов, как бы, не знаю сейчас, конечно, по каким ценам все это, но, соответственно, подороже, чем я заказывал. Врать не буду, как делают некоторые блогеры. Ну, конечно, тоже я понимаю, что здесь у каждого, как говорится, своя система, то есть каждый по-своему записывает блоги, но я записываю все по чесноку, скажем так, трачу, ну, свои деньги. Я как повторялся, повторюсь еще раз, ну, в предыдущих видео я говорил, что я не зарабатываю на обзорах, а делаю это чисто для себя, и опять же, не то, что как бы просто так распаковать, показать, вот, типа, вещица, да, крутая, все хорошо. Нет, я пока, то есть, не протестю товар, я, ребят, вам не вставляю видеообзор, как минимум, получается, где-то неделя после получения посылки. Поэтому, то есть, я обозреваю честно, стоит брать, не стоит брать, хотите, не хотите, уже прислушивайтесь сами, то есть, моего личного мнения. И, то есть, как бы, ссылки, то есть, я оставляю, стараюсь, по крайней мере, оставлять всегда ссылочки на продавцов. То есть, ну, бывает, иногда выкидываю я там прямо с телефона, то есть, на ходу это видео скидываю, и в некоторых видео отсутствуют данные ссылки. И, как повторюсь, общался с этим блогером, переписывался, где он там себе заказал кучу Redmi 5-х там за какие-то копейки, там еще что-то, типа, ну, с целью перепродажи. У него свой магазин, он их скупал там, перепродавал, ну, молодец, если у него все получилось, все, конечно, круто. Но на мой вопрос, покажи хотя бы одного продавца, ссылку дай на одного продавца. Ну, то есть, опять же, это для людей полезно, с кем можно связываться, с кем нельзя связываться. То есть, добросовестный продавец, недобросовестный, скорость доставки. Это же все, ну, как говорится, делается для вас, чтобы вы, ну, я так думаю, посмотрели, перешли по ссылочке. Ну, если вас заинтересовал товар, значит, после обзора вы уже понимаете, что это хотя бы на этого продавца можно надеяться и что-то там купить у него. Если у вас что-то устроит, там понравится, ценовая политика и все такое, как бы риск уже уменьшается. Ну, этот блогер мне умнее ничего придумать не смог, как сказал, что у этого продавца закончилась акция, ТДТП, и в итоге ссылки нету. Ну, как, ну, если даже у продавца закончилась акция, пусть телефоны подорожали там в 2 раза, скажем так, но продавец имеет место быть, он с этой торговой площадки никогда не сойдет, не зря он туда, как говорится, залазил, там же многомиллионная площадка. Но я считаю, что это бред. Это чисто сделано, блин, на видеообзор. По-моему, Пылайч или как его зовут. Если увидит, привет, я тебе передаю, друг мой любезный. Ну, нельзя, я думаю, как говорится, наверное, людей обманывать, не обманывать. Но это лично, мое сугубо личное мнение, что ты не прав. Потому что у тебя нету доказательной базы. То, что ты там вроде как показывал, что ты заказываешь посылки, треки какие-то непонятные. Ну, это бред. Я считаю, что это бред. В принципе, для доказательной базы, которую я тебя просил, даже можно было сделать скриншоты своих трек-номеров,
соответствующих и ссылочку на продавца, что такой товар именно у этого продавца, он не продает там трусы или еще что-либо такое, там купальники, ну не знаю, там всякие вещи непонятные, бытовые, за 5-6 долларов, а именно этот продавец торгует именно этой техникой, которая, то есть, тебе пришла. Это, ну, мое личное мнение. Ну, обидишься ты, не обидишься, как бы это твое право. Итак, начнем. Здесь у меня пришел чехол на Honor 10, который я купил на в МТСе. На него будет позже обзор, как бы закину я. Этот чехол я получил за баллы. Что-то там стоило 700 баллов или что-то, не помню, сколько баллов, но факт то, что на халяву, скажем так. Как эти баллы мне пришли, расскажу вам сразу. За то, что я товары заказывал до Нового года, в связи с тем, что продавец отказался их поставлять, вроде как Пандао дало такую скидку, 2000 бонусных баллов в подарок. Но при этом мне еще предоставляли, да, кстати, скидку 70%. Я с Пандао тоже общался. Мне ее предоставили на двое суток, на что я, в принципе, ну, созрел, решил, скажем так, купить на 15 тысяч товаров. То есть я все в корзин там получался. Honor 9 Lite еще один, только серебристого цвета, такой же, только серебро, потому что хотел в подарок его взять. Там бенды Honor, да, по-моему, Honor Band 4, потом Amazfit я там заказал, еще что-то. Ну, короче, в итоге на 15 тысяч. Когда я, то есть, скажем так, ездил, ложил деньги на карту, потому что ну, у меня деньги только в наличке были, эта акция закончилась. Соответственно, я написал комментарий, почему так получилось. Ну, просто тупо Пандао, скажем так, извинилась, извините. Это вина операторов, они что-то неправильно поняли, мы им сделали уговора. Но вы сделали выговора, тем самым огорчили очень много покупателей. Это не есть маркетинговый ход. И, в принципе, если вы выставляете акцию на двое суток, так будьте добры ее хотя бы, ну, держать именно двое суток. Так, продолжим. Чехол, значит, пришел. Пришел он довольно-таки быстро. Заказывал я его числа 20 января. Дней 10 он шел. Я прям удивился тогда, то есть, опять же, все вот эти посылки, я их не получал в почтовом отделении, они лежали в ящике почтовом. Я так понял, Пандао отправляет именно так, как мне пояснили, что товар, если стоит менее 10 долларов, отправляется он таким образом. Ну, то есть, тут опять же риск, получите вы, не получите, то есть, ну, решайте сами, как бы, либо ночевать около этого почтового ящика, договариваться с почтальоном как-то. Ну, не знаю, наша бабушка не понимает по-русски, хотя я попросил, я говорю, все посылки, которые приходят на мое имя, приходят, их, в принципе, немало, ну, оставлять вся, я раз в неделю буду заходить с шоколадкой к вам, их забирать и все. Ну, видно, не хочет она этого делать. Ну и ладно. Так, вторая посылка, что здесь? Здесь очень большая упаковка, но очень маленькая посылочка. Вот такой вот переходничок с микро USB на Type-C. Тоже я взял в связи с отсутствием пока что запасного кабеля на Type-C, я его взял. Скажу про него, заряжает. Да, кстати, его тоже взял за баллы, 100 баллов он стоил. Вот так вот он выглядит, то есть черненький. Заряжает все отлично, но не поддерживает функцию быстрой зарядки. Как бы вы этого не хотели. Заряжает он в обычном режиме. То есть, ну, синхронизировать я его, соответственно, не пробовал. Хотя надо было попробовать с флешкой синхронизировать. Но зарядку, в принципе, он выдает. Ну, для машины самое оно. Потом пришли, вот самая моя первая, кстати, покупка, одна из, первый мой заказ, их было сделано 4, в итоге из 4 пришел один, продавец Том Форд, по-моему, заказал такие вот наклейки для маникюра, но, как бы, скажем так, стоили они что-то 70 рублей по акции,
Здесь очень много. Меня попросила, то есть девушка одна заказать. Я ей заказал. В принципе, как бы они окупились, скажем так, одной упаковкой, потому что здесь 24 листа, все это 70 рублей. Хотя я заказывал у него их на рублей, наверное, 350. В итоге два отказа. Одна посылка до сих пор едет с декабря месяца. По-моему, 23 декабря, ребят, очень долго. Потом был случай, когда вот последняя акция была на Панда, вот этот, том, ну, этот магазин вообще, он закончил, как бы прикрыл свою деятельность, но потом, в итоге, видно, они цены там поменяли, потом он возобновил все это мероприятие. Так, еще одна посылочка. Такое зарядное устройство, 50 рублей стоило оно, по акции тоже 70% скидка. Не помню, там 200 с чем-то оно, короче, стоит. Итог таков. Да, все работает, все круто, все два выхода. А показывает здесь вольтаж машины, то есть сколько там выдает генератор ваш. Все чудесно, все прекрасно. Но если бы не одно но. Здесь заявленное. Номинальная мощность 3,1 ампер. Не знаю, видно, не видно, но можете поверить мне. 3,1 ампер. Итог. Я так понял, что сначала, что как бы, ну, на одно гнездо выдает по-любому 3 ампера, скажем так. Подключив свой телефон, опять же, Honor 10 я подключил, да, для быстрой зарядки. Я понял, что нету нифига. Максимум сначала выдавало 2 ампера. Но, в принципе, за эти деньги 2 ампера это вообще отличный результат, скажем так. Но спустя 10 минут, то есть все это дело понижалось. И, короче, до 0,25 ампер упала, то есть зарядка. В итоге я отключил телефон, думаю, не буду-ка я убивать свой аккумулятор. Оставил я ее чисто просто так для замера вольтажа в машине, потому что у меня нет, как бы, не всегда охоты подключать этот бортовой компьютер EMS, этот 327, по-моему. Я им до сих пор, кстати, пользуюсь, там, можете посмотреть предыдущее видео, уже сколько, скажем так, лет, там, не первый год, на предыдущем на Шевролете я пользовался, сейчас на Форде пользуюсь, ну, как бы, очень крутая вещь. Тем более там за копеечные деньги стоит оно того. И оставил просто так, ну, как для декора, скажем так, потому что здесь все светится, там красным, синим цветом, ну, прикольно смотрится. И как бы вот, вот такие вот пришли посылочки с Пандао. Сроки доставки, вот самая длительная была вот эта штука. То есть, считайте, пришла она в начале февраля, заказывал ее в конце декабря, полтора месяца. А вот эти дошли за, ну, скажем так, за 10-14 дней. Так что думайте сами, заказывать, не заказывать на Пандао, либо эту, как говорится, площадку держать, будут, когда будут скидки там заказывать, в принципе, можно, ну, что-то. Ну, не знаю, будете заказывать крупный телефон или нет. Кстати, все телефоны с Пандао приходят. Это уже подтвержденный факт, но они приходят редко, как на глобальной прошивке. И, ну, все с китайскими прошивками, соответственно, если есть в телефоне NFS, он у вас в России не будет работать ни на каких прошивках, глобальных, не глобальных, это без разницы. То есть NFS у вас работать не будет. И то, что там продавец пишет, что все круто, бери, но не верьте. Так что вот такие вот дела. Не знаю, хочу подождать скидку, все-таки рискнуть заказать какой-нибудь телефон себе на, опять же, проверенного продавца, поковыряться, посмотреть, получится, не получится, не знаю. Будем ждать. Будет скидка, будет заказ, соответственно, будет сразу моментальный обзор. Всем спасибо за просмотр, ждите видео, комментируйте на предыдущее видео, с чего начинает распаковку, буквально на днях начну распаковывать, ну, скажем, делать обзоры на купленные товары, они уже, конечно, все распакованы, буду делать обзорчики, буду делиться вашим мнением, своим мнением, извиняюсь, вашим своим мнением. Ваше мнение оставляйте комментарии, ставьте лайки, всем спасибо, пока-пока.